Так здорово, что есть мелодия такой радостной, такой всеми любимой песни «Снежная бабушка». Благодаря мелодии можно так внимательно слушаться музыку этой песни. Как песня дарит такое благодарное, восторженное отношение к бабушке. И как об этом рассказывают музыкальные инструменты, можно услышать. Как звучит гитара, такой колоритный северный варган, весенний, восторженный, зажигательный аккордеон. Каждый куплет как-то по-своему играется. И вместе с книжкой раскраской, вместе с открытками можно внимательно послушать, а как играется, как звучит каждая строчка песни. И так здорово, что в мелодии «Снежная бабушка» флейта, она словно поет, пропевает слова этой песни. И вместе с флейтой, как здорово, можно легко и радостно читать слова этой песни. Можно даже учиться петь.